Сделал замечание, получил удар ножом. В Ирпене этой ночью пострадал нацгвардеец. Как сообщают в полиции, около полуночи он выгуливал собаку и встретил слишком шумную компанию. Хотел приструнить дебоширов, но один из них взялся за нож. Сначала ударил пса, а потом и военнослужащего. Сейчас боец в реанимации. Полиция открыла криминальное провадження за статтею навмисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. До ранку ми всіх цих трьох чоловік знайшли, і цей, який наносив ножові поранення, зараз затриманий. Йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.